Прокуратура разъясняет. В рубрике под таким названием сотрудники Новоуральской прокуратуры дают ответы на самые важные, актуальные, злободневные вопросы нашей жизни. Можно ли подать документы в ВУЗы онлайн, а не в очном порядке? Ответ узнаем прямо сейчас. В рамках приемной кампании в высшее учебное заведение абитуриенты могут теперь подать документы онлайн, в том числе абитуриенты, поступающие как на платное отделение, так и на бесплатное отделение, а также для которых предусмотрена целевая квота.